подходим мы к своей черте, и все не так, и мы не те. Считают годики тик-так, да сколько можно жить не так. Летит распятый на кресте, не до него нам в суете. Он ждет от нас совсем немного, когда мы обратимся к Богу. В нашей епархии уже второй раз проходит выставка-ярмарка православная. Это уже можно назвать традицией. На ней представлены приходы, подворья нашей епархии. Представлены святыни местно чтимые. Вот от нас, к примеру, представлена частица мощей святого праведного Симеона Верхотурского. У других приходов чтимые иконы, тоже иконы с мощами. Но главную святыню ярмарки представляют мощи святого великомученика и целителя Пантелеймона. Здесь воскресная школа. Дети летом собирали лечебные травы. Здесь липовый цвет, лист смородины, душица, зверобой с добыни, спасики отца Степана из Абдулина. Очень хороший мед, у нас прихожане его раскупили, просто расхватали. Но немножко мы оставили специально для ярмарки, потому что мед высокого качества. Принесли из дому свои заготовки, это вот помидорчики. Здесь вот разные салаты. Понимаете, не у всех есть деньги. А может, кто-то эту баночку возьмет, и мы даем бесплатно. Если видим, что человек совсем не имеет средств и не может ничего пожертвовать, да пусть он возьмет, это уже его, наша жертва для кого-то. Цель ярмарки, в общем-то, сплочить наших православных горожан, помочь им духовно ориентироваться в этой жизни, в нашем городе, и приблизить, в общем-то, их к храму. Ну, чтобы храм, в свою очередь, церковь помогла людям жить духовно.